Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня я вам покажу обзор, распаковку второго заказа по 14 каталогу Oriflame. Второй заказ получился гораздо больше, чем первый, появились витамины на складе и общее количество баллов 245, то есть в этом заказе только 245, так что я активненько работаю. Опять сложили каталог и так покажу, что мне заказали. В общем-то, прилетело несколько заказов от клиентов. Очень понравилась акция серии Optimus, но, к сожалению, уже некоторых продуктов не было на складе. Всего по 159 рублей выходит флакончик, или, по-моему, 199 для клиентов. То есть цена очень-очень выгодная, поэтому люди с удовольствием пользуются этой продукцией. Ну, надо успевать, надо все быстро делать. Так, тоник для лица, серия Love Nature. Я почему-то не рассказала вам про те продукты, нужно рассказать, я думаю. Так, тоник, он используется после того, как вы сделали этап очищения. Мицеллярная вода, кстати, классная мицеллярная вода серии Optimals. Я сама мицеллярной водой редко пользуюсь, а вот дочка у меня постоянно, и ей нравится больше всего именно эта Optimals. Кстати, ее так надолго хватает, здесь 200 мл объем, а в этом 150. Вот, кстати, обратите внимание, что это выгоднее покупать. И скраб для лица серии Optimals. Кстати, хочу вам дать рекомендацию: когда вы покупаете какие-то новые продукты, незнакомые вам, ни разу не пробовали, обязательно тестируйте сначала, например, замочкой уха, то есть вот здесь вот на этом участке кожи, или на локтевом сгибе, то есть там, где кожа самая нежная и ближе подходит по типу кожи нашего лица. Почему я об этом говорю? В некоторых продуктах содержатся очень активные компоненты, и ваша кожа может как-то среагировать негативно. Вот поэтому лучше тестируйте, чтобы уже убедиться, что вам продукт подходит, и все будет очень-очень хорошо. Кстати, для тех, кто является участником премьер-клуба, то есть делает заказы от 100 баллов за каталог, то в следующем каталоге открывается доступ к каталогу выгода максимума, называется. И вот с выгоды максимум я взяла 2 жидких мыла, классные мыльца для рук, я их очень люблю, они с миндалем, такие кремовые, увлажняют кожу, приятные такие ощущения. И еще какой-то продукт заказала с этих страничек, сейчас я вам найду его. Ага, вот, я заказала для дочки лак, и у него какая-то цена прям получилась смешная, то ли 79 рублей всего. Она у меня очень любит такие оттенки светлые, нюдовые, сейчас ее порадую, потому что прошлый месяц она мне сдала штук 7, наверное, своих лаков, то есть они все уже закончились, подсохли, и я так понимаю, что у нее лаков нет, но она у меня девочка скромная, ничего не просит, я и сама решила заказать, порадовать ее. Так, у меня одна клиентка заказала набор «Королевский бархат». Обратите внимание, какая сейчас идет классная акция на этот набор. Все запечатано в коробочках, а внутри красивые баночки. Одну коробочку открою, покажу, потому что это эстетическое удовольствие. Ой, это капсулы? Капсулы! Я, наверное, перепутала код и заказала капсулы вместо крема дневного. О, что делать в таких случаях? Если вдруг произошла такая ситуация, не паникуйте, не пугайтесь. Берете накладную. И есть два варианта. Первый — зайти на сайт и написать претензию, и потом отвезти в офис, где вы получили заказ. Второй вариант — сразу поехать в офис, и вам там дадут бланк претензии, и написать. Либо вы пишете претензию на возврат продукта, тогда вам будут возвращены на счет деньги. Либо вы пишете на замену, пишите, что ошибка консультанта, прошу заменить на такой-то код. И вам в течение 2 недель делают замену. Поэтому я не переживаю, сегодня сделаю претензию, уже в конце недели ее получу. Так, и ночной крем. Покажу вам тогда ночной крем. Кстати, это один из моих любимых продуктов, ночной крем. Именно королевский бархат, мне он нравится и по консистенции. У него такой тонкий нежный аромат. И нежный-нежный сиреневый оттенок крема. Он содержит изофлавоны ириса. Очень хорошо делает подтяжку кожи. Я, кстати, когда пользовалась кремом королевский бархат для глаз именно, я делала эксперимент.
Мой любимый крем — это серия Novage Экологен. Я сделала эксперимент. Левый глаз я мазала экологеном только утром и вечером, а правый — королевским бархатом на протяжении месяца. Знаете, я не увидела большой разницы. Единственное, в чем отличие, крем королевский бархат, он как крем по консистенции, то есть он густой такой, и он не очень хорошо распределяется, то есть его надо вот так вот вбивать. А экологен, он как лосьончик, то есть он мягенький такой, нежный и очень легко наносится на кожу. В общем-то, классный крем, теперь я уже поняла. Если раньше я думала, что раз он такой дешевый по сравнению с экологеном, значит, он не такой хороший. Но на самом деле он очень даже классный. Вот такую вам сделаю тут пирамидку. Так, что еще? У нас было спецпредложение, оно может быть и сейчас еще действует. Вдруг вышла акция, как у нас обычно бывает по понедельникам. Крема, маски для лица и что-то еще, несколько продуктов с огромными скидками. И я взяла два крема бочонка. Конечно, хотелось бы набрать их еще больше, потому что у меня и клиенты часто спрашивают, ну, как бы делать слишком большие запасы тоже не хочется. Вот, кто хочет, тот закажет себе по, ну, по более такой цене выгодной. Мне прислали подарок. Сейчас покажу. У нас была акция, когда нужно собирать спонсорские баллы. Такие акции проходят очень часто, и даже сейчас еще идет такая акция. То есть она заканчивается с прошлого каталога. Так вот, нужно было набирать спонсорские баллы, приглашая новичков в команду, и все баллы новичков суммировались. И я обменяла 500 баллов вот на такие наушники беспроводные. Я уже их попробовала, кстати, восторг полный. И посмотрела еще в интернет-магазине, такие наушники стоят 4000 рублей. А они мне вышли всего за 1 рубль. То есть вот такой вот коробки. Здесь зарядник, куда вставляются наушники. Вот сюда они вставляются. То есть так удобно, особенно когда готовишь. И вот такие вот маленькие наушнички, то есть они вставляются в ушко, и можно вот так просто нажатием переключать музыку, например, или если идет звонок, принять звонок. Все чудесно слышно, особенно мне это удобно. Я вот сегодня утром попробовала для тренировки, потому что я включаю телефон, и мне раньше я одевала наушники проводные, и я не могла некоторые вещи делать, я постоянно провод дергала. А теперь у меня будет просто супер классная такая вот возможность все делать, и руки не заняты, и нет привязки к телефону, потому что 10 метров расстояние может быть от телефона, и наушники достают, и все принимают сигналы. Вот сюда положу, чтобы было видно. Так что спасибо Oriflame за такие классные подарки. А вам рекомендую, конечно, участвовать во всех акциях. Сказала, крем коллаген ночной. Обожаю этот крем. Я, в общем-то, люблю серию коллаген. Она мне подходит просто идеально для моей кожи. Удовлетворяет все мои потребности. И лицо выглядит более свежим и молодым. И мне нравятся все ощущения, которые я получаю. Но самое главное для меня, конечно, эффект. Я могу как бы не зацикливаться на запахе крема, на его консистенции. Мне главное, чтобы он работал и делал свое дело. И то, что заявлено компанией. Вот еще, кстати, важный момент, когда вы покупаете себе какой-то крем и читаете о нем, что он должен то-то, то-то, то-то сделать. Вот смотрите, если вы используете этот крем, а берете, например, очищение из Optimals, потом ночной тоже из другой серии, там тоник другой, то есть, ну, вы возьмете какие-то другие продукты. Вот смотрите, эффективен будет, то есть даст стопроцентный результат только серия, которую вы используете в комплексе. То есть не разбивая серию. Нельзя взять, как бы вырвать из контекста один крем и думать, что вот все, что написано про эту серию, у вас сработает. Нет. Нужно, чтобы очищение было Novage, крем для глаз Novage, сыворотка, дневной, ночной. Потому что начиная с этапа умывания идет уже работа. И компоненты друг с другом начинают взаимодействовать. То есть вы умылись и думаете, ну что, я просто же смыла косметику. Нет, уже очищение начинает работать. Так что имейте это в виду, не стоит экономить на своем лице. Так, далее. Два наборчика заказали. Это серия с черникой.
Такой красивый набор, всего в каталоге 259 рублей. Это, я считаю, да, ну, наверное, очень выгодное предложение. Я не сравнивала с другими компаниями, но я даже не представляю, что можно купить за 259 рублей. А если у вас есть скидка 20%, то получается, ну, просто копейки, там рублей 200, да, выходит наборчик. Вот 100 рублей один продукт, 100 другой. И здесь целая баночка чудесного крема с черникой и крем для душа. То есть все, что нужно коже зимой. Максимальное питание, увлажнение. А также это классный подарок, потому что вот эта зимняя тематика, тут снежинки, ягодки, все это в таком красивом веночке. Мне очень нравится этот набор, и я его всем тоже рекомендую, потому что хочется, чтобы люди были довольны своими покупками, и когда что-то приобретаешь, и даже на подарок, или там кому-то еще, или себе, в семью, тоже хочется, чтобы и эстетически это нравилось, и по качеству. Эту продукцию я еще в прошлом году использовала, у меня было 3 набора подряд, я не могла насладиться этим качеством, этим ароматом. В общем, мне было так приятно, я зимой, всю зиму свою кожу баловала вот этими приятностями. Так, и это еще не все, заказ действительно большой. Наборчик тоже под заказ, это шампунь и кондиционер из коллекции «Мед и молоко». Имейте в виду, что если у вас волосы склонны к жирности, скорее всего, вам этот набор не понравится, потому что он нацелен на увлажнение, питание волос. Очень хорошо подходит обладательницам сухих волос, у кого волосы окрашенные, ломкие, сухие кончики. И еще что важно, вот недавно тоже мне сказали, что не понравился шампунь. Я не знаю такого человека, потому что, например, у Миши жирная голова, да, волосы жирные, и ему нравится, ему подходит. И я думаю, что дело не в том, что не подошел по типу волос, а возможно, было неправильное использование, потому что надо очень мало. Шампунь концентрированный, его надо прям чуть-чуть взбить на ладошках и пенку уже переносить на мокрые волосы и тщательно промывать. Потому что такая же история зачастую бывает с серией Hair X, потому что отличаются эти серии от серии Love Nature тем, что вот они очень-очень концентрированные, ухаживающие, то есть их уже они более, это дорогая серия, и эти дорогие компоненты начинают обволакивать волос, да, так делать такую вот оболочку, работают с волосом, чтобы он блестел, был напитан, увлажнить его максимально. И если вы плохо промываете волосы, значит, вам может не понравиться, но это просто вот именно техника, как правильно использовать продукцию. А шампунь я достала не случайно, я, кстати, себе заказала. Все-таки я не устояла. Такая классная акция, когда мы берем краску для волос и выбираем один из 4 шампуней. Один из 4. И получается весь набор 499 рублей. Хорошая цена. И я думаю, и краску для волос уже как бы осталось там 3 упаковки, думаю, в месяц, на 3 месяца всего. Пусть будет еще запаситься, чтобы еще и Новый год захватить. И шампунь я очень люблю. Это климат-контроль. То есть, когда вот перепады температуры, то холодно, то жарко. На самом деле, у меня сейчас любимый шампунь – это Botanicals серия, но его нет на складе, его сейчас нет со скидкой, поэтому этот тоже мне очень нравится. Так, куда уже ставить? Все заставлено. Надеюсь, еще попадает в камеру. Так, что еще? Та-дам! 2 мыла. Кстати, это под заказ один наборчик. Называется серия «Пряный мандарин», да, я прям забыла, как называется. Очень вкусный аромат, я себе тоже заказала такой крем, уже припрятала в запасы. Мне нравится мыло, оно просто бесподобное, я его обычно в обзорах всегда вам показываю. То есть оно как ручной работы, такое полупрозрачное, вот как будто вот засахаренная долька, то есть в разрезе засахаренный апельсин. Вот так это выглядит. Бесподобно красивый, такой вкусный-вкусный пряный новогодний аромат. То есть у меня прям ассоциации с Новым годом. А тут еще все под заказ. Много-много-много таких вот баночек. Это смягчающее средство. Я думаю, вы сразу его узнали, потому что это легендарный продукт.
Oriflame начался, да, начал свое производство именно со смягчающего средства, вот с этой баночки. Только изначально баночка была розовенькая, и продукция была не ароматизирована. А сейчас у нас выходит много-много разных вкусов. И вот апельсин, мне кажется, ну, это предел мечтаний, потому что я, когда его мажу себе на губы или вот кутикулу, я люблю обрабатывать, то есть смягчать, потому что, а потом от рук так вкусно пахнет. И я вот просто в восторге от этого аромата. Насколько вот он действительно такой вот апельсиновый, такой приятный, бодрящий. Я называю этот аромат энергетический, потому что он вдохновляет, столько дает энергии и позитива. Конечно, это классные подарки. Вот посмотрите, бывают такие ситуации часто в жизни, когда вы идете куда-то, и, возможно, вам придется отблагодарить, да, может, там секретаря, чтобы вас привели, или что-то человек сделал вам там приятное, или вы просто хотите сделать такой комплимент человеку, чтобы он запомнил, что вы работаете в Oriflame. И я всегда подбираю какие-то вот такие вот продукты, которые маленькие, легко там в сумочке поместить. То есть я беру кремики для рук, и чтобы это было недорого, не било по кошельку и оставила приятное впечатление. Потому что если подарить шоколадку, поверьте мне, человек ее тут же съест, или если он не ест шоколад, он будет огорчен. А вот смягчающее средство — это просто бомба, маленькая бомбочка. Поэтому пока они со скидкой и есть на складе, запасайтесь. Так, это тоже под заказ, два дезодоранта одноименных Мисс Джордани. Кстати, мне этот аромат совсем не подходит. Я знаю, что он очень многим нравится, а мне нет. Не мой аромат. Так, это тоже под заказ. Мыло мужское. Такой, кстати, большой кусок. Сколько он весит? 100-граммовый кусочек мыла. Это тоже заказала клиентка. Это крем-гель. Крем-гель. Маленький объем. Обращаю внимание, что вот эта огуречная серия, которую очень любят многие клиенты, потому что огурец он ассоциируется с чем-то таким вот домашним, природным, уютным, бодрящим. И вот он действительно, все, что мы делаем с огурцом, оно освежает. И в этой серии три продукта, и они маленькие. Смотрите, они по 30 миллилитров. Вот. А ты иногда приносишь, они такие: ой, а почему такой маленький? Ну, там всегда написано объем, надо смотреть. Так, две туши заказали. Одна, кстати, это моя все-таки любимая тушь. Я уже забыла, как называется. The One 5 в 1 XXL. Вот именно в этой упаковке она очень крутая. У нее такая удобная щеточка. Она так удлиняет ресницы. Можно 3-4 слоя наслаивать, и она будет все лучше и лучше, да, вот прям вот такие вот опахала. А эта тушь с интересной кисточкой, она начинается так тоненько, а потом расширяется. То есть ее задача — нарастить вот внешние реснички, на них акцент. И у нас даже, кстати, есть тушь с эффектом кошачий глаз. И вот эта тушь, она тоже вот так распахивает глазки и делает вот эти реснички, если их именно так в сторону укладывать. Из ресницы можно красить так вот вверх, поднимать, как у куклы, а можно в сторону, как у кошечки. Хотя у кошек нет таких, да, ресниц. Тоже под заказ. Кстати, первый раз держу помаду с эффектом металлик, новинку. Я прочитала про нее отличные отзывы. Если вот прошлая помада в прошлом году, которая у нас была, она сушила губы чуть-чуть, была суховатой, то про эту говорят, что она крутая. Я открою, потому что заказала моя подруга. Я думаю, что она меня не будет ругать. Я очень хочу посмотреть. Тонкий аромат. Он есть, но такой ненавязчивый. И вот такой вот красивый цвет. По-моему, сливовый она взяла. Я, кстати, думала, он будет темнее. Такой красивый. Очень жду отзыв. Обязательно попрошу накрасить прямо при мне. И посмотрю, как ложится на губы. И какие будут впечатления у моей подруги. И самое главное, что у меня осталось в коробке. И завершить наш обзор. Это две пачки витаминок Wellness Pack. Они у меня идут по подписке. Одна пришла бесплатно, но чему я удивилась, мне были начислены баллы. Хотя за четвертую коробочку баллы раньше не начислялись. Это какое-то ноу-хау. Вот. И вторая — это же очередной шаг по подписке. С витаминками некоторые идет какой-то перебой, и они то появляются, то пропадают. И, честно говоря, это немножечко пугает, потому что сейчас хочется особенно
особенно прям пить витаминки, чтобы организм был в таком хорошем ресурсном состоянии, чтобы иммунитет не подвел, да, чтобы чувствовать себя прекрасно, невзирая вообще на все, что происходит в мире. Я всем рекомендую Wellness, он действительно себя проявил вот за долгие годы, мы пользуемся уже 11 лет, даже 12, я 12 лет, наверное, пью эти витамины, не прерываясь. Бывают иногда перерывы, но они такие, ну забыла выпить день-два. Один раз у нас не было витаминок, их не было на складе, тоже был перебой. Но в основном всегда пьем всей семьей. И я хочу отметить, что состояние здоровья, в общем-то, достаточно хорошее. И если даже какие-то вирусы и цеплялись вот за это время, то они прям вот незаметненько так вот день-два такого недомогания, и все. То есть мы даже не переходили никогда на тяжелую артиллерию, то есть эти вот антибиотики, да, это все как-то вот проходило, в общем-то, очень мягко. Я всем вам желаю здоровья, крепкого-крепкого, счастья и удовольствия от продукции Oriflame. Если у вас есть какие-то пожелания или вопросы, или хотите чем-то поделиться, пишите в комментариях прямо под видео. Если обзор полезный, поставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал. Кстати, внизу под видео есть такой колокольчик, если вы на него нажмете, то вам будет приходить оповещение, что вышло новое видео, и можно будет в числе первых посмотреть. Всем пока! С вами была Лилия Донского.